Все, по гостям, а на самом деле Оазису тоже есть что спеть, как принимающей стороне. И я вам должен сказать, что в творческом объединении Оазис масса авторов. Каждый работает в каком-то своем стиле, все не похожи друг на друга. И, в общем-то, можно каждому присвоить какой-то определенный жанр. Поэтому вот следующего нашего автора-исполнителя я бы представил так. Патриарх саркастичного романтизма, добрейший Андрей Душев. Добрый вечер. Мне очень приятно видеть ваши лица. Нам тоже. Я вам сегодня исполню очень спокойную. Простите, таймер. Я вам сегодня исполню очень спокойную, ну и, по моему мнению, очень добрую песенку. Назвал ее «Пришелец». Среди вас в человеческом теле, если брать по земному, то больше полвека. Я старался быть нужным, но так и не нужен, как у вас говорят, мне пора на покой. Часто вижу свое отражение в лужах и бываю похож. Если дождь был слепой. Вы тут странные все, не привыкну, наверное, никогда я к земле, как бы мне не хотелось. И что делать мне с вашей привычкой скверной, врать друг другу по делу и даже без дела. Не уметь помолчать, не хотеть извиниться, прятать свет от других, даже если темно, и в ладонях сжимать крепко птицу-синицу, хоть уже не нужна бедолага давно. О любви не мечтал, просто как-то услышал, что прожить без нее на земле невозможно, что могу подниматься все выше и выше, отдавать не жалея и брать осторожно. Не умею я в горе заламывать руки, не умею просить, не могу обвинять. Я не верю, как вы, ни в судьбу, ни в разлуку. Я пришелец, мне вас очень трудно понять. Да и что тут сказать, вы обычные люди, только я вас винить никогда не посмею. Я откуда-то помню, у нас тоже любят, и откуда-то знаю, что лгать не умеют. Вспыхнет небо огнями, отсюда смешными, где-то там среди них и моя есть звезда. На прощание обняться с друзьями земными, а потом и домой только вспомнить, куда. Спасибо.